музыки. Пятничную погоду провести вечер с нами, белорусскими партизанами. И для вас песня «В России, в этой стране». Этот год объявлен годом литературы. Мы должны помнить тех не только, кто просвещал и восхвалял эту литературу, но и тех, кто лишал нас лучших поэтов и писателей. Если в зале есть французы, лучше отойдите от сцены.